Почему уход близких мы воспринимаем как какое-то огромное горе и страдаем, переживаем, убиваемся и прочие всякие вещи делаем, которые нам очень сильно вредят? Вы когда-нибудь задавались вопросом, вот что происходит, почему такое с нами преобразование происходит, почему мы готовы рыдать, мы готовы переживать, мы готовы страдать при уходе близких. Из своего опыта я вам скажу, что когда мое тело умерло и душа вышла, для меня это был праздник. Поймите, это праздник для умерших. Умирает только тело. Душа всегда остается, она бессмертна, и с ней всегда можно встретиться, пообщаться, ну, в том же сеансе встречи, который я провожу. Для чего мучиться, убиваться? Я не понимаю. Вы же должны понимать, что вас разводят на эти эмоции и вас доят. Вы убиваетесь годами, а порой и десятилетиями об ушедших, которые ушли в кайф, ушли в счастье, ушли в удовольствие. Так почему же? Почему так в нас застряла эта херня убиваться об ушедших?